Рак органов брюшной полости занимает третье место среди всех злокачественных новообразований. Раньше этот диагноз считался приговором, но сейчас даже пациенты с четвертой и последней стадией успешно проходят лечение. С 2020 года клиническая больница номер 50 активно взаимодействует с Приволжским окружным медицинским центром ФМБА России и организует в том числе консультативные приемы для саровчан. Мы проконсультировали сегодня 46 больных онкологического профиля по разным направлениям. И я надеюсь, что помогли местным докторам выбрать правильную тактику лечения. Непосредственно у меня на приеме было 16 человек. Из них двое пациентов приедут в Приволжский федеральный медицинский центр для восстановительной операции. Еще четверо пациентов будут у нас обследованы и консультированы для дальнейшей маршрутизации. Но остальные пациенты, у них все ровно и лечение назначено правильное, и замечаний никаких не было. Несмотря на плотное расписание, врачи-онкологи Дмитрий Комаров, Сергей Васенин и Николай Бобров проконсультировали пациента в тяжелом состоянии в реанимационном отделении КБ номер 50 на онкологическом консилиуме. В поликлинике номер 1 специалисты ПОМС ФМБА России принимали как саровчан, которых они уже наблюдают, так и тех, кто обратился к ним впервые. Данный визит позволил мне получить информацию по поводу моего заболевания и возможности его излечения, так как я считаю себя не онкобольным, а онковыздоравливающим. Я считаю, что благодаря нашей медицине я, например, борюсь с онкологией 7-й год и чувствую себя живым человеком. В рамках визита врачи-онкологи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России провели семинар для сотрудников клинической больницы. Они рассказали также о том, что с 1 декабря на базе ПОМС ФМБА России начал работать онкологический консилиум, на котором специалисты определяют тактику лечения пациента. В Нижнем Новгороде онкобольные могут пройти все необходимые обследования, химиотерапию и хирургическое лечение, а при необходимости лучевой терапии получить направление в Федеральный научно-клинический Центра радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Анализируя результаты медицинской помощи, мы понимаем, что вот здесь, на территории Нижегородской области, в стенах Приволжского окружного медицинского центра, наши пациенты получают грамотную, качественную медицинскую помощь, специализированную, федерального уровня. В рамках взаимодействия двух медучреждений в Саров запланированы визиты и других специалистов Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России.